Счастье? 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 Ну, вопрос. Счастье – это дарить счастье взамен. Счастье? Для меня счастье – это когда ты счастливо идешь на работу. Счастье – это когда я вижу полный зал. И счастливо возвращаешься с работы домой. Мне меня носило! Был ли я когда-нибудь счастлив? Да всегда был. Говорить об этом – это уже счастье. Счастье – это видеть счастливые глаза зрителей. Заниматься любимым делом – это и есть счастье. Играть и слушать музыку – это уже счастье. Это выходить на сцену и дарить свое творчество зрителю. Счастье – любить, счастье – быть любимым. Это дарить радость близким. Счастье – это замечать красоту. Счастье – это состояние не внешнее, а внутреннее. Счастье – оно здесь и сейчас. И самое большое счастье – это видеть, как растет твое маленькое создание, в которого ты вложил всю душу, которое маленькое и растет у тебя на глазах. Я имею в виду наших детей. Вот это счастье. Счастье – это играть великую музыку. Вот если человек напевает, насвистывает, подпрыгивает при ходьбе, значит, он счастлив. Don't worry, be happy. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Когда б имел золотые горы и реки полные вина. Все отдал бы за ласки взоры, лишь ты бы владела мной одна. Я ее всегда пою, когда я счастливый. Тебя просил я быть на свидании, мечтал о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутившись, сказала да, да-да-да. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Да-да-да. Дай мне хоть один шанс, и ты поймешь, что такое счастье. Ooh.